Соревнования прошли на песочной части пляжа Ривьера. В состязаниях приняли участие атлеты из России, Кипра, США, Финляндии, Дании, Израиля и Таджикистана. Состязания получились динамичными, ведь в этом варианте борьбы поединок продолжается до первого результативного броска. У нас на Кипре часто проводятся соревнования по пляжному самбо. Я участвовала в трех турнирах и заняла призовые места. Я счастлива, что меня пригласили на соревнования в Сочи. Я думаю, что киприоты тоже заинтересуются этим турниром. На следующий год я обязательно приглашу сюда наших борцов. Победителями в общем зачете стали самбисты спортобщества «Динамо». Но заграничные гости пообещали в следующем году взять реванш, ведь турнир ежегодный.